Всем привет! Привет, привет, привет! Я, пожалуй, не буду показываться перед камерой из тех соображений, не то что я бы от вас пряталась. Просто потому что у меня довольно-таки шатающаяся конструкция, каким образом прикреплен телефон тут вот наверху, чтобы все было видно. И поэтому я ее не хочу трогать. Если я ее сейчас переверну, то мне потом придется все по новой устраивать. Поэтому я вам помахаю вот так вот. Всем привет, привет, привет. И мы сегодня рисуем в рамках акварельного огонька. Вы уже все прочитали. Будем сегодня рисовать акварелью. Наш мастер-класс у нас сегодня акварельный. Итак, мы рисуем, я расскажу коротко. Я придумала, в принципе, я хочу нарисовать вот такую картинку, но тут она у меня немножко слишком летняя получилась, мы ее сделаем немного более зимней. Я хочу нарисовать вот такую вот картинку. И расскажу, на чем я рисую. Сегодня мы рисуем, все посмотрели, да? Референс я поставила опять в сторис. Вы можете, нужно для этого, к сожалению, выйти из прямого эфира. И я не знаю, можно сделать скриншот референсов и себе сохранить, так сказать. У меня есть еще, я приготовила еще вариант, что можно будет референс, я положу рядом на планшетке, но беда в том, что там почти ничего не видно, потому что слишком темно на планшетке. Но я ее все равно положу и посмотрим, будет ли вам видно. Ну что ж, друзья. Картинку вам показала. Сейчас расскажу, на чем рисуем. Вот я рисую сегодня на формате примерно А3. Вот этот блок, он у меня чуть-чуть поменьше, немножко поменьше, чем А3. Кроме того, я рисую. Обычно я рисую, очень люблю, у меня вот любимая бумага, это бумага H. Да, если у вас есть такая бумага, прекрасно, все это отлично получается, все это отлично, она для этого подходит. Если у вас можно взять, например, торшон, я сегодня хочу взять торшон. Кроме того, я, например, еще довольно-таки люблю бумагу вот Фабриана Артистика. Это тоже, ну, чуть-чуть побольше, чуть поменьше, это все они примерно А3. То есть я рисую на формате А3 сегодня. Референсы я поставила в стори, в обычном стори, не в лайв-сендинг, не в прямой трансляции, а в обычном стори. Если у вас относительно новая... Если у вас относительно новая версия Инстаграма, то вы внизу можете кнопочкой переключать между стори и прямым эфиром. Если у вас старая версия, то вам нужно выйти из прямого эфира, пролистать кружочки почти до конца, и где-то там есть мое обычное стори. Я положу еще рядом с нами вот тут вот планшетку с референсом, но боюсь, что на ней почти ничего не видно. Очень темно и там плохо видно с планшетки. Вот, что нам понадобится еще? Я уже тоже в стори рисовала, в стори писала. Запись будет.
Если, скажем так, если я не ступлю при сохранении записи, если какая-нибудь кнопка там не пропадет или еще что-то там не случится, то я постараюсь, я запишу. Я сохраню запись, и она будет висеть 24 часа в Инстаграме, а потом позже будет еще, выложу ее, как только смогу, как только успею, выложу ее еще в свой канал на Ютубе. Что нам понадобится еще? Я соображала, когда мы рисовали, я, в принципе, все краски, которые мне понадобятся, обычно я так дотошно так даже и не делаю, но тут, раз уж для прямого эфира, я специально выбрала все краски, которые мне понадобятся. Я их, кстати, тоже положила, выложила в стори. Смотрите в стори. Там тоже описаны все краски, какие я сегодня буду использовать. Как видите, я использую краски в основном в тюбиках. Вот, ну что ж, давайте начнем, и по ходу действий я буду рассказывать, какие что я использую и что мне еще понадобится. Вот, сегодня я, в принципе, я рассказывала уже, что я, в принципе, обычно рисую на гранфин. На бумаге. Гранфин это фактически это речь идет о шероховатости поверхности. Не так давно я себе для себя, собственно говоря, открыла талшон, тоже аш, бумага талшон, и мне вполне себе нравится. Я раньше всегда думала, что это слишком шероховатое, что нет, нехорошо, но насколько я поняла, что это вполне себе даже очень приятная поверхность. Что важно, мы рисуем на бумаге. Вот тут, обратите внимание, вот этот параметр очень важен, это стопроцентный хлопок. Да, вот. 300 грамм я рисую на толщон. Ну что ж, поехали. Я обычно использую, мне так просто нравится. Я заклеиваю края скотчем. Это малярный скотч. Это малярный скотч, и мне нравится, когда я фактически, у меня такие получаются красивые беленькие рамочки, мне это нравится. И мне так удобнее, я поэтому, я люблю так, я заклеиваю всегда. Вот. Так, я подглядываю на комментарии пока. Вот так. Так, хочется немножко поровнее сделать. Вот. Хорошо приклеиваю, чтобы не затекало. Вот таким вот образом, вот так. Заклеиваю со всех сторон. У меня еще не склейка, а альбом, поэтому я еще заклеиваю с тех соображений, чтобы не намокли листы под ним. Обычно я рисую чаще на склейке. Вот так. А еще, если вы, наверное, видели, вот этот формат, он довольно-таки длинный. Такой вот вертикальный длинный формат. И мне, если честно, хочется немножечко не совсем такой длинный формат, потому что иначе мне придется невероятно длинное делать стек-лестницу, да, эту дорожку. Поэтому я хочу изменить немножко, я хочу сделать более фактически ближе к прямоугольному формату, то есть там 3 на 4. Я возьму еще вот вверху и внизу еще заклею, то есть изменю немножко формат, чтобы он не был таким сильно длинным. Чтобы он был более приближенным к квадратному. Вот так. Вот так вот.
Ну что ж, друзья, я сейчас попробую положить, но если честно. Я сейчас попробую положить планшетку рядом с референсом. Но если честно, боюсь, вам ничего не будет видно на нем. Каким-то образом что-то подложить под нее. О, переворачивается. Отсвечивает, наверное, и ничего не видно, да? Видно что-нибудь на референсе? Нет, да? Напишите, вы видите на референсе что-нибудь там? Или бесполезно? Бесполезно? Если все равно ничего не видите, то я его убираю. Нет, не видно. А иначе, если его вот так положить, то отсвечивает лампа, тоже ничего не видно. Ну да, ну значит, к сожалению, вот я вам покажу его поближе. Кстати, привет. Можете посмотреть вот мою конструкцию, да, как она отражается. Вот, покажу вам немножко поближе, но впрочем, этот референс я поставила у себя в стори. Вам придется выйти или поменять, у кого новая версия Инстаграма, вам можно поменять между сторией и прямой трансляцией. И там я выложила референсы. Вот. То есть вот эту вот картинку. То есть вот эту вот картинку мы будем рисовать. Раз его все равно не видно, тогда я убираю планшет, потому что он мне только мешает на столе. Вот так вот, собираешься делать что-то одно, не получается. Ну что ж, я начинаю с карандашного рисунка, безусловно. Карандашами я пользуюсь, как правило, механическими карандашами, просто из тех соображений, что мне это удобнее. Да, я подвину тогда вот сюда. Я подвину вам вот сюда вот бумажку, и тогда они не будут мешать комментарии, чтобы вы не сильно нервничали из-за комментариев. Вот таким вот, вот так вот, да? Ну что ж, тогда начинаю рисовать. Вот, я определяю для начала точку, линию горизонта. На картинке у нас линия горизонта, ну вот довольно-таки посередине. Мне, наверное, хочется ее чуть-чуть сдвинуть. Да, чуть-чуть сдвинуть, чуть повыше, вот так вот, наверное, да, так, да, вполне. Вот, теперь я люблю шокировать художников. Я не мучаюсь. Все эти вещи я делаю просто по линейке, потому что я просто не вижу смысла, почему мне нужно мучиться. 24. 24. Вот, чуть выше горизонта. Почему я не делаю тут горизонт в золотое сечение? Потому что, в принципе, ой, как высоковато получилось, наверное, нет. Так, да, в принципе, вполне себе, да? Вполне себе. Почему я не делаю горизонт в золотое сечение тут? Потому что у нас иначе не останется места на все остальное. В принципе, тут такая композиция довольно-таки центральная, но, по идее, вполне себе симпатичная. Поэтому я ее, пожалуй, оставлю. Так, потом, ну что ж, рисую вот этот островок, он находится немножечко ниже горизонта. То есть не нужно его рисовать прямо вот на горизонте. Так, где-то середина, можно, наверное, посмотреть, чтобы он не был. Потому что раз уж такая центральная композиция, если он где-то все равно все-таки где-то сдвинется, то будет, наверное, не очень. Да, поэтому я его примерно на середину, я его и сделаю. Где-то тут. Видите, я уже промахнулась. Вот. Вот, для начала я рисую домик. Я смотрю, какого мне его размера сделать. Сделаю-ка я его вот так. Вот такого размера, не сильно высоко. Вот так, наверное.
Он довольно-таки маленький и несложный, довольно-таки простой домик. Относительно. Кто знает эту детскую считалку? Das ist das Haus vom Nikolaus. Ja? Знаете? Кто не знает такую считалку? Сейчас все, конечно, будут спрашивать про референс, так что, пожалуйста, кто уже слышал про референс, что он находится в сторе, отвечайте, пожалуйста, другим, к тем, кто подключился попозже. Я вам буду очень благодарна, если вы фактически, чтобы мне не повторяться по много раз. Да, вот тут вот окошки, я их, пожалуй, могу сделать чуть-чуть побольше. Потому что у нас, в принципе, одно из самых симпатичных картинки – это именно окошки, да, которые будут светиться. Светящиеся окошки можно было поближе друг к другу поставить. Ну да ладно. Ну да ладно, не страшно. Вот. Там я вижу у него еще какая-то дополнительная крыша, но так как это спереди, центр вообще кривой. Кривой домик получился, да? Вот. Довольно-таки просто пока. Правда? Хорошо. Что еще? У нас тут островок. Где-то вот тут вот уровень, наверное, воды. Вот в том месте. Отражение островка. Можно его, наверное, чуть поменьше сделать, хотя пусть будет так. Пусть будет так. Вот. И у нас тут мостик еще. А мостик я опять не мучаясь делаю по линейке, потому что это мне зачем? Вот. Важный момент. Линию горизонта мы где-то придумали. Да? Важный момент. Что сходится на линии горизонта. Вот тут у нас задний план будет. Так, как-то. Так, симметрично. Но задний план сильно вырисовывать пока не надо. Его, в принципе, не обязательно сильно вырисовывать. Вот. Важный момент, когда рисуем сейчас вот эту дорожку деревянную к домику, что это у нас перспектива, и перспектива, точка схода находится обязательно на линии горизонта. Вот эту вот линию, которую мы провели, это была линия горизонта. То есть они должны сойтись непременно вот в этой точке. Сейчас я опять же посмотрю, чтобы опять где-то примерно попасть в середину. И какой ширины я хочу сделать. Вот так примерно, где-то так. Так, немножечко, но выше линии воды. Вот так. Принципе, так дотошно вовсе не обязательно рисовать, но мне не хочется долго мучиться, поэтому я рисую по линейке. Вот. В принципе, больше линейка мне и не понадобится. Теперь я нарисую. Вот тут что у меня было. Убираю. Вот тут будет где-то линия воды. Ну что, вы живые еще там? Я пока рисую, я не могу отвечать на вопросы.
Да, если какие-то вопросы, я потом вот сделаю там, допустим, небольшую паузу. Ну вот, нарисуем, например, рисунок карандашный, да, и я потом могу поотвечать на ваши вопросы. Я тогда полистаю и отвечу на ваши вопросы. А пока я как раз рисую чурчу, я не могу отвечать на вопросы. Так, примерно так. Довольно-таки высоко получается. Тут вот деревья. Можно, но все-таки поменьше сделать этот островок. Получился размер у меня у той картинки, которую я рисовала, у меня был домик немножечко подальше. Он получился у меня там помельче. А тут, похоже, довольно-таки такое это. Поближе, такой покрупнее получается. Ну ладно, тоже неплохо. Это вовсе неплохо. Где-то тут деревья, там еще много разных. Тут у нас елка. Там что-то тоже есть. Темная. Вот. Нормально. Хорошо. Вот так. Осталось еще нарисовать. Осталось нарисовать. Я покажу вам еще коротко референс. Осталось еще нарисовать вот это вот, смотрите. Упс. Вот. Он у меня в сторис. Вот так. Теперь я рисую деревяшки. Вот так вот. Первое звено у деревяшек, оно самое длинное. А, ну вот видите, еще раз линейку понадобится. Раз, два, три, четыре, пять. Разделю примерно на... Вот так. Я сделаю примерно линии, чтобы вот эти уходящие линии тоже дружили. Пусть так, что ли. Вот, первая часть, первые деревяшки, они фактически самые большие, потому что они ближе к нам. Да? Так, то есть они хоть и не половину занимают, но... Да, где-то вот так. Вот столько. Вот. Потом следующая часть, следующие деревяшки, они уже становятся меньше. Вот до сюда где-то доходят. А следующий еще меньше. Есть специальная формула, как фактически высчитывать, какой длины становятся предметы, которые удаляются. Ну, так вот прям дотошно, мне, честно говоря, рисовать вовсе не хочется.
А дальше уже мы фактически уже там особо ничего больше не видим. Поэтому я там особо вырисовывать больше не буду. Ну что, что-то еще? Забыла? Да, забыла еще отражение. Вот эти вот темные вещи. Тут отражение елки. Тут тоже что-то темное. Вот таким вот образом. Вот так. Посмотрю, что более-менее. Прям идеально, может, и не надо, но чтобы не откровенно криво было. Да. Ну вот, вот вроде бы, в принципе, вроде бы и все. С рисунком, кажется, я уже завершила. Мне так кажется. Я сейчас, пожалуй, полистаю немножко комментарии. Чтобы ответить на ваши, если у вас какие-то вопросы, задавайте сейчас. Я листаю ваши вопросы, пока вы дорисовываете карандашный рисунок. И приступим сразу же сейчас рисовать. Так. Листаю. Я вас немножко буду качать сейчас. Это потому что я листаю комментарии. Так, все здороваются. Добрый день, добрый день, добрый день. Всем здрасте, все. Привет. Все еще все здороваются. Комментарии просят отключить, но я подвинула и думаю, всем все хорошо видно. Зато есть обратная связь. Почему не покупаете большие листы на разрез? У меня есть, у меня и рулоны, листы есть. У меня рулон, я режу себе из рулона. Сколько мне надо и что надо. Или открыть на компе можно. Не знаю, по-моему, на компе можно ли смотреть сторис на компе, не знаю. Я, честно говоря, не умею. Можно ли на обычной акварельной бумаге? Но если у вас другой хорошей нет, то вам ничего другого не останется. Да? Кошка открыла, то мне прям даже тепло стало. Вам ничего другого не остается, но это огромная разница, рисуете ли вы на целлюлозной бумаге или на или вы рисуете на хлопковой. На целлюлозной рисовать значительно тяжелее. Па-па-па-па-пап, все еще добрый день. Да. Про референс я сказала, так как я пыталась, я хотела положить планшетку рядом с референсом, но так как его практически не видно, этот референс на планшетке, то я убрала, потому что он мне мешает, только тут планшет. Референс в сторе я выложила, нужно поменять, у кого новая версия Инстаграма, нужно поменять между сторе и между прямой трансляцией и обычным сторий. Кнопочки внизу есть. У кого старая версия, нужно, к сожалению, выйти из прямой трансляции и пролистать кружочки со стори. Где-то есть обычная стори мое. И там есть все референсы. Так. Что там, коробочка, разговаривают про клячку. Да, спасибо, что уже ответили. Да, это резинка, это клячка. Это такая мягкая резинка. Ее используют часто, в том числе для акварели, потому что она не так считается, что она не так сильно портит бумагу. Да, вот так. Какая ширина и высота домика? Ну, вы, в принципе, это как вы сделаете. У меня, например, я сделала сейчас его побольше.
То есть получится, как будто бы у нас ближе. Вот в этом варианте я сделала поменьше домик. Вот видите, что я фактически приблизила тут немного. Ну, посмотрим, какой будет лучше получится, увидим. Так, листаю. Здравствуйте, все еще здравствуйте, здравствуйте. Видео зависает, но тут, к сожалению, я помочь никак не могу. Я очень надеюсь, что мой интернет и так далее все это вытянет. Угу. Смотрим, как вы рисуете. Какой браслет у Нади красивый. Ха-ха. Это, кстати, челлендж. Референсы у стори, да, все вопросы, все про референсы в стори. Так, листаю чуть побыстрее. Вот эта запись трансляции будет, да. Она будет 24 часа висеть в Инстаграме, а потом я выложу на мой канал в Ютубе. Горизонтальный рисунок расположен на горизонте очень. Плохо видно, да? Ну, не знаю. Формат листа у меня это примерно А3. Как называется мой канал на Ютубе? Надя Лёйтлов, не угадаете. Так. Можно ли смотреть для расширения Google Chrome? Честно говоря, я не знаю. Нужно перевернуть изображение. Я, в принципе, специально сделала вертикальное, чтобы у вас чтобы вы видели замес красок, я буду рассказывать и показывать. И, если честно, была идея положить планшет с тем самым с референсом, но с референсом как-то не вышло. Да. Референс, как я уже все спрашивают про референс. Референс это он у меня в сторе. Какой цвет Delve Blau? Это темный синий. Я нашла ваши сторис, там референсы. Да, да, в конце ленты есть, если у вас старый Инстаграм, если старый вариант, то Инстаграма, то вам нужно пролистать до конца ленты сторис. Так, каким-то. Сколько лет вы рисуете? 3 года. Прямой эфир всегда с опозданием. Почему? Я прямо секунда в секунду начала. Какие у вас будут кисти? Тоже, кстати, в сторис я сняла все кисти. И еще есть новое видео на моем YouTube-канале, где я довольно-таки подробно рассказываю про свои кисти. Сторис на компе, Chrome и GStory. Ага, интересно. А, Леся, привет, Леся. Привет. Время бежит, да, где неудобно повернуть, да, в Story, референс. В общем, все практически спрашивают про где Story, Story в референс. Где референс, референс в стори. Где лучше будет делать замес? Я делаю, у меня вот такая вот палитра, и я делаю замес красок вот в этой вот палитре. Я специально положила вот тут, чтобы вам было видно, и я буду про это рассказывать и показывать, что я с чем замешиваю. В принципе, и пойдет ли индиго вместо темно-синего? Ну, в принципе, да. Если у вас ничего другого темного нет, вполне. Да. Привет, Надя. Когда будем рисовать, чем можно заменить Delve Blau? По идее, Delve Blau это просто какой-то темно-синий. Дело в том, что мне хочется темное небо,
темная вот тут нижнюю часть, и я рисую это ультрамарином, но ультрамарина самого по себе у него не такая насыщенная сила, то есть он, когда высыхает, даже если вы его берете густо, он все равно не будет прям вот темным-темным. Поэтому я беру Delf Blau, может какой-то там, я не знаю, в принципе пойдет любой темный синий. Да, можно индиго, да, можно что-то другое. Да. Да, Delf Blau это темный. Ну что ж, поехали. Я долистала до конца, можно теперь дальше начинать, дальше рисовать. Поехали. Вот сейчас, вот посмотрите, у меня... Давайте, чтобы я показывать буду вот тут вот замесы, чтобы действительно не мешали комментарии, я их сейчас отключу, но это означает, что вам, в принципе, что я, если вы пишете, я вас все равно не вижу, читать не могу. Вы можете писать, я потом сделаю какую-то паузу опять на определенном этапе, где, допустим, все равно нужно будет высушить или так далее. И включу и почитаю комментарии. Давайте сделаем так. Да. Так, еще нужно разобраться, как их выключать. Ха-ха. Не получается. А я не знаю, как их выключать. Друзья. Я не знаю, как их выключать, не поверите. Положите белую бумагу под прозрачную палитру. Хорошо. Так. Друзья, я не знаю, как выключать комментарии. У меня, может быть, у меня старая, более старая версия. Я не могу их отключить. Нет, я видела, что уже во время эфира отключает, не только перед эфиром. Ну ладно, значит, раз так, 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 значит, буду я показывать вам вот тут. Я вас скачаю. Вот, я могу тоже, у меня, видимо, немного не самая новая, видимо, версия Инстаграма, я выключить не могу. Я могу выключать, когда я смотрю, допустим, смотрю чей-то эфир, я могу сама выключать. Видимо, я не обновила Инстаграм. Все, хорошо, значит так, как есть, значит не будем терять время, а начнем. Вот, я начинаю, в принципе, самое интересное в этой картинке, это у нас светящиеся окошки. То есть, в принципе, это вот основной вот кейк. Основной прикол, так скажем. Еще у нас там есть несколько звезд. Мы тоже можем классно сделать звезды. Вот если бы, допустим, не прямой эфир, а у меня было бы побольше времени, то я бы, наверное, сделала следующее. То я бы вот самые яркие звезды, я бы, наверное, бы их замаскировала бы маской. Да? Но не переборщить, не слишком много, а только действительно те, которые самые яркие там. 3-4 штуки, все, да? Но так как у нас сейчас прямой эфир, и ждать, пока высохнет маска, времени нет, да, потому что маска, она же сохнет довольно-таки долго, поэтому мы обходимся сейчас без этого. Вот, значит, я поправлю немножко, мне нравится слишком прямо. Да, мы обходимся сейчас без этого. Тут надо немножко подвытереть, да. Да, слишком получилось прямо, я хочу их так это сделать понатуральнее. Угу, а тут почти не видно. Нет, так сильно нет. Надо в любом случае там не настолько ровно, но и не перебарщивайте с кривизной, иначе будет нереалистично тоже. Так, самое светлое, как я сказала, это не фокусит, наверное, потому что я свои руки затолкала в экран. Вот он, видите, он фокусируется на мои руки. Вот, да. Ну что ж, самое светлое у нас вот окошки. И я хочу, чтобы они светились. Я убираю немножко лишний карандаш.
Потому что в тех местах, где у нас самое светлое, там нам карандаша не надо, там его будет видно. А еще я убираю вот чуть-чуть вот тут, вот это место. Чуть-чуть, так, чтобы мне еще было видно, что я там делаю, но чтобы не мешало. Вот этот вот мягкий переход тоже должен быть. Задний план, мне там тоже сильного карандаша не надо. Все остальное будет все равно темное, уже не страшно. Да, там не страшно, если будет карандаш. Вот самое главное вот тут, вот у окошки. Итак, рисуем окошки. Кстати, хочу еще показать, для того, чтобы вот не слишком часто бегать, для того, чтобы не слишком часто бегать, я беру обычно вот два стаканчика. То есть у меня один стаканчик, скажем, с относительно чистой водой, другой стаканчик с грязной водой. Но я все равно в какой-то момент залажу потом грязной кисточкой в чистую воду. Но хотя бы какое-то время можно дольше рисовать без того, что постоянно нужно менять. Да, вот, я беру... В принципе, любая кисточка не настолько важна. Я не знаю, все, наверное, уже слышали, видели, моя вот эта любимая кисточка. И, кстати, очень частый вопрос задаваемый, сделаю вот так. Какая это кисточка? Вот. Все прочитали? Да? Вот. Она невероятно тонкая, поэтому я ее очень люблю. Вот толстая, толстая брюшка и очень тонкий кончик. Поэтому я рисую всегда ею. Вот, пока я предварительно ничего не смачиваю, потому что я рисую сейчас... А, да, может, еще довольно-таки важный момент. Вот мои краски. Не тот тюбик, не те краски взяла. Вот мои краски. У меня их несколько. Вот, довольно-таки важный момент. Вот, брызгалка. Если, особенно если вы рисуете из кюветок, то вначале, прежде чем вы начинаете что-то делать, сбрызните хорошо вот так вот ваши краски. Сбрызните ваши краски, чтобы они немножко размокли, они будут лучше отдавать пигмент. Так, далеко не закидываю. И поехали. Самый еще очень важный момент, мне всегда... Нужна бумажная салфетка. То есть я, когда рисую, я, в принципе, всегда держу бумажную салфетку в руках. Вот, я рисую для начала желтый. Желтый – это, собственно говоря, свет. Да? Вот, но интересно, что желтым мы рисуем. Очень важно, когда вы рисуете свет, можно вылазить за края окошек тут. Да? Когда вы рисуете свет, очень важный момент – что свет нужно рисовать жидко, то есть прозрачно. Есть понятие плотности. И, может быть, не все зарисовывать, можно кое-где оставить даже прямо белым. Кое-где можно даже, вот. И в любом случае, это довольно-таки, вы рисуете довольно-таки, так сказать, по плотности довольно не густо, так сказать, жидко по плотности. Можно добавить немножко оранжевого. И вот, в принципе, светятся там только окошки и вот трава перед ними. Но вот я что-то загнула слишком желтое, такое прям ярко-ярко-желтое, наверное, не нужно будет. Но не страшно. Сделаю их чуть поболее оранжевыми. Вот, трава перед ними тоже светится. Что еще там светится? Тут что-то есть немножко, пусть. Вот, по большому счету я сейчас рисую только вот свет. То, что где светится, вот. Тут, пожалуй, беру. Да, и кое-где я еще вижу, вот тут чуть-чуть трава светится, но не сильно, слегка. Это было лихо. Там, наверное, скорее уже можно сиеной жженой сделать. Вот.
Пригодится ли мне это или нет, я пока не знаю. Вот это вот место. Ну, пусть будет. Вот отсюда я уберу. Ну вот. Вот, в принципе, вот, вот это вот я нарисовала сейчас свет. Очень важный момент был, что у нас свет мы рисуем очень жидко. То есть, фактически... По плотности. Все что-то накапало. Вот. И вот этот вот момент, свет готов. И вот этот вот момент я сейчас высушиваю феном. Да? То есть вам придется, то есть вам сейчас придется подождать, пока я действительно сушу. Я иду сушить феном. То есть я недалеко, но... Ну что, все живы еще? Я опять тут. Я высушила. Я высушила феном. Ну что ж, я сейчас, сейчас пролистаю немного комментарии, кто, если какие-то вопросы. А потом, дело в том, что у нас следующий этап у нас довольно-таки ответственный. Следующим этапом мы будем заливать практически весь фон. Да, то есть нельзя, чтобы потом в этот момент, когда мы начнем заливать, чтобы прервался эфир. Поэтому я сейчас полистаю недолго, быстренько ваши комментарии, и после отвечаю на вопросы, и после этого я выхожу из эфира, чтобы сохранить эту часть эфира. И тут же захожу снова. Да? Сделаем так. Хорошо? Так, я листаю. Я уже вижу сейчас. Маскирующая жидкость, это я читала. Какая маска? Маска у меня, я использую обычно вот шминки. Вот. Но, в принципе, есть маски и другие. Я слышала, допустим, от Сенелье довольно-таки хорошая, но я ее пока не использовала. Есть и другие, да, тоже неплохие. Так, что за маска? Маска, кстати, я маску не использовала тут. Можно было бы пару звезд сделать маской, но маску нужно довольно-таки долго ждать, пока она высохнет. А мы, так как нет сейчас времени, поэтому я не стала ее использовать. Есть другие варианты. Там, так, все про маску. Все говорят про маску, про маску. Ой, какой тег? Я писала сейчас, я гляну, я прям даже забыла, какой у меня был тег. Сейчас, секундочку, скажу. Сама забыла. Арт, нижнее подчеркивание, огонек, нижнее подчеркивание, Надя.
Так, а я выбираю трех победителей. Да, в моей категории я выбираю сама победителя. Да. Каждый художник выбирает в своей категории фактически сам победителей. Спрашивают, какими материалами можно рисовать. Рисовать можно любыми материалами. По какому принципу я буду выбирать победителя? Ну, если честно, просто мне понравится картинка. Картинка классная, да? Какими бы материалами она бы не была нарисована. Зачем сушить феном? Чтобы не слилось вот это все с фоном. Потому что мы сейчас будем заливать фон. Вот то, что мы сделали до сих пор, это только свет. И я не хочу, чтобы он залился, поэтому я сушу вот это вот феном, высушил, вот это должно быть сухое, и вот следующий этап будет все течь. Я сохраню листори, да, сохраню. Вы случайно не англичанка? Нет, я не англичанка, я живу в Германии очень давно. Вместе с маской. Да, все спрашивают про... Все спрашивают про референс. Да. Видео выложили, видео в Ютубе, да. Ну что ж, друзья, огромное спасибо вам за все ваши вопросы, так как у нас сейчас довольно-таки ответственный этап. А насколько я знаю, сейчас трансляция автоматически прервется. Поэтому я выхожу из трансляции, сохраняю эту часть трансляции и захожу снова через несколько минут, буквально 2-3 минуты, я захожу снова. Я буду очень рада вас всех снова видеть в трансляции. И до скорого!